Это один из моих самых любимых тортиков – медовик. А еще его называют рыжик. Но вкус от этого не меняется. Попробуйте приготовить его сами, не пожалеете. Возьмите полпачки маргарина, 2 куриных яйца, 1 стакан сахара и 2 столовые ложки любого меда. Сначала ножом разделите маргарин, затем хорошенько перемешайте ложкой. И сразу ставим на плиту на небольшой огонь. Постоянно помешивая, ждем, когда растопится маргарин. Теперь добавляем 1 чайную ложку соды, помешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Получилась пенистая масса. Сразу же, но постепенно, добавляем 2,5-3 стакана муки. Муку процеживаем через сито и замешиваем тесто. Тут важно не пересыпать муки, а добавлять ее постепенно и замешивать тесто. Когда вы почувствовали, что муки достаточно, тесто перекладывайте на стол и замесите колобок. Примерно вот так. Затем положите тесто в чистый пакет, хорошенько закрутите его и уберите его на 1 час в теплое место отдыхать. Теперь займемся кремом. Возьмите сметану 30% жирности и банку сгущенки. Добавьте ванильного сахара и хорошенько взбивайте миксером. Попробуем. Вкусно! Прошел 1 час, и теперь займемся коржами. Достаем тесто и раскатываем колбаску. Делим колбаску на 8 равных частей. И начинаем раскатывать блин. Тесто еще теплое, мягкое. Раскатываем его тоненько. Можно добавить немножко муки, чтобы не прилипало. Размер коржа проверяем мерной тарелкой, а остальное обрежем. Противень вздобрите мукой, выкладывайте на него корж и кладите в разогретую духовку до 180 градусов. Следите, чтобы коржи не перепекались. Аккуратно снимаем корж, можно делать это тарелкой. И этой же мерной тарелкой обрезаем лишнее, оно нам пригодится. Коржи складывайте друг на друга, они как раз примут нужную форму и слегка остынут. Остатки коржей слегка подсушите в духовке и скалочкой как следует превратите их в песок. Вот такая получается красота. Теперь в тарелку выкладываем по 1 коржу и заполняем его кремом. Не пугайтесь, что крем жидкий, это даже хорошо. Лучше пропитается. Слой за слоем повторяем процедуру, предвкушая, какая это будет вкуснота. Следующим этапом посыпаем наш медовик песочным тестом, превращая его в рыжик. Вот какой красавец получился! Обязательно дайте настояться тортику минимум 6 часов. А теперь можно пробовать. Легчайший, нежнейший, бомба! Не, ну а чё? Вкусно же!